Игроки ЦСПА «Динамо Росэнергата» встречали достаточно сильного соперника. Баскетбольный клуб «Тверь» в этом сезоне уже успел заявить о себе как о команде, способной побеждать. На его счету 11 побед в 20 матчах, а это четвертое место в турнирной таблице первенства ЦФО. Десногорские спортсмены на данный момент являются аутсайдерами. Команда не смогла победить ни в одном из 10 матчей. Поражением закончилась и встреча 1 и 2 февраля. Счет 106-48 и 91-60. 5, соответственно, в пользу гостей. Чего не хватило? Все-таки это молодость. Мы немножко поменяли защиту, и это сказалось. Молодым ребятам сложно перестраиваться, ориентироваться быстро в игровой ситуации. Я думаю, это и стало ключом к нашей победе. Состав клуба «Тверь» в целом не менялся с момента основания команды в 2016 году. При этом на встречу с десногорцами спортсмены приехали не самым боевым составом. ЦСПА «Динамо Росэнергоатом» продолжает двигаться в сторону омоложения коллектива спортсменов, что наверняка даст свои плоды. Но пока ребята нарабатывают игровую практику и навыки слаженной игры. Команда соперника, она очень сильно заточена под всякие взаимодействия. Они эти взаимодействия использовали, очень много забивали. Предстоящие баскетбольные события в Десногорске отмечены финалом Смоленской областной школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». Встречи пройдут в ближайшие выходные 8 и 9 февраля. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.